рядом Демансийске на одном местном канале идет замечательная передача «Неженские истории». Встречайте, ее ведущий Аксен Пушкин. Сегодня я расскажу вам про Витальку. За 3 дня до свадьбы Витальку бросила невеста. Виталька расстроился и начал топить свое горе в пиве. Ему было тяжело. Так тяжело, как, наверное, бывает только женщинам. И в будни, понимаешь, и в праздники. Весь день 8 марта я не снимала фартук. Готовила шикарный ужин, ждала с цветами мужа. Был романтичен вечер, и на столе горели свечи. И в шелковом халате подошел к кровати. Сел и давай смотреть матч ЦСКА «Локомотив». Стана тярать припев, весь ужин съел за перерыв. За эту хренотень международный женский день. Спасибочки тебе, родное телевидение. От горя и одиночества Виталька впал в депрессию. Часто вечерами он закрывался в своей комнате с бутылочкой мартини и пил водку. А ведь он так мечтал о крепкой и дружной семье, такой, как эта. Здравствуйте, здравствуйте. У нас в гостях семья Бардов Никитина. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, прежде чем начнем, можно вопросик. Вы гитару почему так держите? Вы что, левша или Пол Маккартни? Понимаете, просто супруге неудобно. В смысле? Ну вот. Ну, Сережа, ну! А вы местами поменяться не пробовали, нет? Ну, Сережа, ну вообще! Так, понятно все. Знаете, говорят, вы написали все песни на свете. Да, действительно. И сейчас вы в этом убедитесь. Озрил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Вот. Даже так вот, да? А сейчас мы вам споем песню про любовь. Ах, было б только с кем. Ах, было б только с кем. Ах, было б только с кем. А у нас есть? Знаете, вот вы в гостях такие милые, а дома вы как общаетесь? А дома нам помогает общаться песня. Вымой-ка посуду, посуду, посуду. Ах, сегодня ваша очередь помыть. А я мыть не буду, не буду, не буду. Ах, ты мыть не будешь, так мать твою иди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Иди. Перед вами свистела семья Бардов Никитиных. Ну, Сережа! 33 года Виталька понял, что в его жизни пора что-то менять. Поменяв $20, Виталька на какое-то время забылся. Вот такая тяжелая у Витальки судьба. Виталька, я ничего не приврал. Thank you.
на самом деле эта история закончилась хорошо. Виталька вернулся в свой родной Ханты-Мансийск. Местные жители подарили ему ключ от города. Виталька обрадовался и всех запер. Есть на свете город для хороших людей. Жить там без лишения нельзя. Снега по колено, нефти до ушей. Там моя родная земля. Все это Ханты-Мансийск. И если есть на земле рай, все это Ханты-Мансийск. Приезжай! Рассказать хотели, как у нас хорошо. Долго подбирали слова. Пора нам,